читал дайджест. Смотришь ты опять, что ж там нового вышло? Хочешь ты узнать, тогда слушай меня. В сентябре уж выдадут 12-й альбом. Шведские прогеры зовутся опытом. Старые фанаты сказали, что говно. Но если тебе по нраву два предыдущих, то это твое. Песни и два кавера. Все, что мы пока получили от Вейдера. Но если ты считаешь, что этого мало тебе, то новая пластинка будет только в ноябре. Если уж речь тут пошла о каверах известных групп, тогда еще должен тебе я сказать, что Metal Allegiance вышел недавно, Fallen Heroes EP. Есть там кавер на Eagles, кавер на Bowie и на Motorhead. В The Agonist, у The Agonist следующий альбом выходит он 30 сентября. Ладно, с песнями пока все на сегодня. Пою я очень плохо, поэтому дальше будет в форме разговора. Значит, американская мелодет-группа Allegiant 23 сентября выпустит свою следующую пластинку Proponent of Sentience. И пока... И это будет первый альбом с новым вокалистом. Вот. И первый сингл, который пока вышел, он... Звучит довольно интересно, очень технично. И что делает его особо интересным, это вставки акустической испанской гитары. Вот это особенно мне понравилось. Так что посмотрим, каким будет альбом. Канадский безумный гений Дэвин Таунсенд тоже презентовал новый материал. И его первый сингл говорит о том, что его следующий альбом, Transcendence, он будет...
будет звучать более темно, более меланхолично. Но все равно качает. Коллектив из Америки The Dillinger Escape Plan выпустил новую песню. И это такой же прогрессивно-авангардный шум, который мы любим и который мы привыкли от них слушать. Но в связи с этим у меня две новости. У тебя одна хорошая, одна плохая. Но начнем с хорошей. Во-первых, это, собственно, то, что вот эта новая песня — это первый сингл с их предстоящего релиза, который выйдет осенью. Но плохая новость в том, что после выхода этого альбома и, возможно, небольшого тура в его поддержку, группа распадается. И причем чисто по денежным обстоятельствам. Сама группа привела причиной распада своего то, что даже коллектив такого уровня, как они, не может просто прокормить себя. И это очень печально. В общем-то, виноваты в этом мы, я. Мне всегда нравился этот ансамбль, и при этом я им ни копейки не заплатил. И теперь они распадаются. Закончим мы сегодня американским дум-метал коллективом Pallbearer, которые в 2014 году выдали абсолютно замечательную пластинку The Foundations of Burning. И теперь у них выходит EP Fear and Fury. И, в общем-то, одноименная песня Fear and Fury это будет единственный оригинальный материал на этом EP. А кроме этого будут еще два кавера. Кавер на песню Black Sabbath Over and Over и на Type O Negative песня Love You to Death.